А у нас для вас щось геть незвичне і оригінальне. Нещодавно з Льончиком знайшли службу доставки. І наше замовлення вас точно вразить. Льонь. Льонь, тут у мамы просто новость была. Ну, как бы, а ты мешаешь съемке, получается. Тогда ты сам рассказывай тогда, Лёнь. Давай, я тебе не мешаю. Давай, ты как будто бы ведущий и хочешь рассказать про одну очень оригинальную, необычную еду. Надо пробовать, да? Надо пробовать.